Встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграть у елки и получить подарки эти дети желают не меньше других, а может быть и чуточку больше. Для маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы в преддверии Нового года устроили настоящий праздник. Сказка в этот день пришла к каждому. Привет. Держите. Привет. Вот. Малыши из отделения онкологии, гематологии и химиотерапии не могут покидать свои палаты. Поздравления Дед Мороз и Снегурочка передают через родителей. Дети, вот знаете, как ждут, когда вот их придут кто-нибудь хотя бы вот с чем-то веселым, какой-то вот позитив, не больничные люди, а вот именно с праздником, с настроением и с пожеланиями. Каждому пациенту передали подарок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такие елки в больнице проводят каждый год. Положительные эмоции помогают в лечении. Это подтверждают даже медики. Проведение каких-то мероприятий, таких вот сопряженных с радостью, вот он, конечно, очень благотворно влияет и на лечение основных заболеваний, потому что хорошее настроение – это залог здоровья. Дети, находящиеся в стационаре, они, конечно, нуждаются в общении, потому что они по большему счету изолированы. Врачи надеются, что большая часть пациентов будет встречать Новый год уже дома. Мария Шпакова, Виктор Соколов, новости губернии.